проходят сельскохозяйственные работы в Мариинско-Посадском районе, узнавала наша съемочная группа. Ведро попадает не каждая свекла. Чтобы понять, какой корнеплод созрел, нужно посмотреть на его ботву. Стебель толстый, можно дергать. Это самый первый урожай. Свекла только доходит до спелости. Убрать ее надо с площади в 4 гектара. Урожайность в прошлом году была 700 центнеров гектара. Мы ожидаем, что в этом году не менее 500-700 будет. Основная уборка будет проходить чуть позже специальным комбайном, когда будет массовая уборка. Стараемся выращивать качественные, экологически чистые продукты. Здесь в поле с осени было внесено коровий навоз, переработан с землей, и не было внесено никаких химических препаратов. А вот в этом хозяйстве собирают озимые. К работам приступили пару дней назад. Аграрии рассказывают, урожай ожидается меньше прошлогоднего. 38 центнеров с гектара против 50. Всему виной засуха. Хорошие показатели ждут от других зерновых. Яровые нам, помогут. Мы ожидаем урожай ячменя и яровой пшеницы не менее чем 50 центнеров. И наша задача на территории Чувашской республики, нашего хозяйства, собрать более 20 тысяч тонн зерна. В хозяйство других районов идет покос травы, заготовка сена, уборка картофеля, капусты, зернобобовых и технических культур. Также задача поставлена убрать кормовую культуру, идет заготовка кормов. 207 тысяч гектаров у нас кормовых культур. Структура посевов поменялась в сторону кормовых культур, так как больше начало развиваться животноводство и требуются корма. Аграрии в график укладываются. Например, уборку зерновых планируют завершить за 3 недели. Впереди посев озимых. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика.